Хайоу, гайс, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру под названием The Room. И я кое-что здесь заметил, смотрите. О, как вам? Даже главный... Ибо... Даже в главном меню можно что-то делать. Ручка, не, нихуя. Ладно, погнали. Так, мы закончили с вами на третьей шкатулке. Откуда у меня ключ? А ну-ка. Кажется, что-то пошло не так. Если вдруг что, я... Если серии будут длинные, я буду резать... типа, серию. Ладно, погнали. Первым, что глаз с глазиком, глазиком. Ничего не помечено, да? Ага. Раз, помечено. Одна шмотка подмечена. Окей. Талисманс. Это что ты открываешь? Оу. 15 июля. Мои исследования нулевого элемента продолжаются в хорошем темпе. С учетом характера его происхождения, я все больше убеждаюсь, что он как-то связан с моей душой. Его свойство проявляется все сильнее откуда-то. Он черпает колоссальную энергию. Я создал устройство, чтобы направить и фокусировать его, но я боюсь дальнейшего экспериментирования. Мне не достает понимания, чтобы контролировать его. 4 из 7, значит, тут максимум 4-5 серий будет еще. Окей, тайный предмет, шкатулка с какой-то загадкой вверху. Здорово. Опа. Тихо, наверх можно. Типа шарик нужно в эту сторону. Хорошо. Я думаю, это легко будет. Быть? Блять, не крути сам этот. Тихо. Далее. Поехали. Оп. Так. Так, смотрите, вот это центральная, главное, значит. Она с вот этим соединяется. А, ну тогда все изи. Оп. Оп. Ключик. А, ясно. Откуда у меня ключ сразу появился? Здрасте. Окей. Ключ обычный же, да? Да, ничего такого. А, монокль. Ладно, давайте выемку еще искать для ключика. Это перемещается аж? И все, что-то я... Окей. Так, ключик. Изи. А. Ясно, сейф. Вот так. Сколько там? Блин. 4, 5. Ага. Да ё-моё. 4. Финал. Изи. Еще один глазок. Сразу юзаем. Нихера такого. Рамка для листа бумаги с какой-то линзой. Мне нужно найти лист. А, фотка. Фотка сойдет. А, нихера нету. С линзой. Сигил. Нихера себе. What this is magic? This is magic. Сигил. Но к чему это? Типа без окуляра, типа
Фотка как фотка была, а здесь? Прикиньте, рили такие бы фотки были. А ну не, я хочу посмотреть, типа обратно он тоже будет? А, типа все, я вылазю с рамки. Понял. А к чему буквки это к чему? Эти хили нажимаются? Нет. Что здесь было? Неясно. Ключик. Буковки. Куда мне буковки всунуть? Вписать, я не знаю. Не опускается, ни хера не делается. Окей. Типа хз. Глобус. Ага. Ничего не происходит. Заперто. Это можно же не действовать с этим. Так, что это? Здесь не хватает колеса, окей. Об этом можно забыть. Это что за херь? Не мог понять. Кнопочки не нажимаются. Ниша, в которую можно что-то вставить. Кнопа. Еще раз открывается направление формы. У меня формы нету. Где буквы? Можно хотя бы какую-то подсказку? Я не... Блин, я не хочу юзать подсказку. Где слова? Это сколько символов? 6 символов, да? Окей, ищем с подсказкой 6. Опа-на. Сейчас я должен сосредоточиться на боковых стенках. А, значит, что-то они делают, да? Но у меня ни хера не делают. Ключ. Где мне взять странный ключик? Углубление в форме звезды. Может, я чего-то не замечаю? Ой. Опа. И что? Окей, типа. Квадратное отверстие. Найс. Найс, головоломки. Ничего не изменилось. Ни хера не меняется. Мне кажется, для освещения как-то прибавилось. Тук, алло. Может, с землей что-то? Да нет. Небу. Единственное, что у нас сейчас нажимается, вот это. А что мне нужно с этим сделать? Звезды как-то? Стоять. Ага, пойми теперь, что здесь нужно делать. Это никак не взаимодействует, да? Окей, можно под... Окей, подсказку. Были ли в сейфе какие-то, которые я мог бы взломать?
Ну вот единственное, что нажимается, алло. О, я могу. А ну-ка. Да ни хера не горит. Ведь так? Нифига не загорается. В чем профит? Может, я слепой? На столе, под столом ни хера нету. Со звездами что нужно сделать, но я не врубаюсь. Всего 6 звезд. Типа вот эти, да? Не, ну здесь уже 7, блядь. О чем вы? А все могла быть полочка, которую я пропустил. В смысле полочка. Сейфи может быть полочка. Ай, это не то. Полочка, какая полочка? Это открылось? Подожди. Нет, у нас деталей не хватает. Какая полочка? Сигил. Полочка, которая... Эти тоже нажимаются? Да не. Что-то не видно, чтобы они нажимались. Бля... Цифи могла быть... Полочка, которую я не видел под опорами для просмотра. Это ты имеешь в виду? Вот это? Большая квадратная колышок. Ёпа. Все ясно. Я думал, это вообще, чтобы типа она поджигает и фотка проявляется. Алло. Ладно. Квадрат. Вот сюда тогда квадрат. Алло, квадрат. Где была квадратная формочка? Это не квадратная формочка. Единственное, вот. Остановись. Что происходит? Вот еще место, да? Всунешься? О! Сигил. Си. Е. Изи. Всего лишь какой-то 14 минут заняло. Всего лишь. На один предмет яркие синие кристаллы, испускающие странный свет. 29 июля. Новое открытие потрясло меня до глубины души. Для исследования предложившего устройства нулевого элемента я создал из него линзы. Носить их затруднительно и изнурительно в равной степени. И тут я узрел образ, лежащий на грани моего понимания. Чем глубже я спускаюсь, тем более мрачные... Боже, чем мрачнее становится видение. Я перенес свои исследования в Северную башню. Теперь уж я не скоро смогу попасть в винный погреб. Опять какие-то подсказки, ё-моё.
Поехали. Не надо. Кристалл у меня есть. Кристалл формой какой. Окей, это сюда. Сейчас вот эту херь откроет, стопудов. Не подрубаешь? Окей. Next level. Звезды горят. Нихера не горит. У нас вот это есть херь. Но она не нажимается, а говорит, типа внизу нужно сделать. Забить об этом можно. Это не делается. Найс. А что я должен был найти? Опа. На один предмет. Но это сюда. Вырви. Нет? В смысле? Сейчас я должен сосредоточиться. Только на боковых, окей. Круглая херь. Не взаимодействует. Сюда, алло, maybe. Фича. Куда-то можно присунуть. Вопрос, куда? Ну это только... Мало ли. Выемка. Здорово. Следующая головоломка. О, ништяк. Мисклик. Какого-то устройства для обнаружения света. Шестигранный кусок камня. Фотик. Камень я в курсах уже куда вставить. Тихо. Ништяк. Медная ручка со штырем. Со штырем, да? Где-то я видел выемку такую. Вот. Ух ты ж. А, создать... Не, нихера. Ах ты ж, ё-моё. Вот как-то. О, ништяк. На один предмет замысловатая деревянная коробочка. Оп. Все, да? Звездная сфера. Где еще были? Это точно все? Ну, кажется, да. Тихо, тихо, тихо. Не-не-не. Может тут. А, тут еще смотреть нельзя, точнее. Камера, что мне с тобой делать? Ладно. Может, я смогу всунуть его сюда? Ништяк. Давай! Один есть.
Что я должен за это время сделать? Алло? А, должна сосредоточить точно. Короче, об этом можно забыть. Ах ты ж. Опа, кусочек карты. Все хорошо, хорошо. Я успел. Звездочка. Стоп, а если сначала вот это попробую? А, не открывается. И что? Мне ничего не дало. Что-то было. Все, с этим замой действовать нельзя. О, здравствуй. Я уже про тебя и забыл. Смотреть на звезды будем. Найс. Ну, я понял, что это. Так, где мои задульки? Оп, нихера, да? Оп. Подожди, а что я должен? Ну это точно мое поле вот это. Окей. Я могу теперь с этим взаимодействовать, да? Нет. Окей. Я сосредоточусь, подожди. Только то, что я смотрю, это ничего не дает. 4-4. Что оно дает? Оно ничего не дает. Ну вот это вот поле. Но оно нихера не действует. С этой стороны я не могу посмотреть. Может, я чего-то не вижу? Давайте с моноклем. Что-то изменилось? Нихера ж не изменилось. Ух, сложно. Нажмешься? Подсказки тоже здесь нету. Ладно, подрубаем монокль. Это вообще непонятно. Типа я понимаю, что я должен там что-то увидеть. Нету подсказок. Как я должен это выполнить, если нету подсказок? Эта херь закрылась, нет. Здравствуй. Медный ключ с множествами хернюшек. А почему? Я же тебя сразу не видел. Ясненько. Сразу остановлюсь, где ключик. Вот ключик. Так, давайте сначала сделаю. Мне кажется, это будет глупо. Здесь все будет глупо. Так, в виде просто квадрата
только какого? Вот это, да? Хорошо, значит, мы меняем только низ. Ага. Низ должен быть палка и как спуск вниз. Вот так. И эти, получается, все сюда. Нет, не все. Типа, окей. Это не сюда. Вот так. Но я не разгадал загадку, и так. Не врубайся. Здесь верно. Типа, если бы я не посмотрел на ключ, да? Ну, типа, все ж подходит. Вот здесь только не подходит. Последнее. А можно типа сначала сделать? Оп, нет, я понял. Это тоже не подходит. Так. Эти, это получается лишнее. А вы юзы... А, вы не так ввели, походу. Думаешь? Слишком сложно. Вот это точно не подходит. Это сюда. И это не подходит, потому что это стриё. Вот этот изи подошел. Может, здесь тоже проблема? Давайте так. Я понял вас. Еще одна. Я это уже понял, куда юзать. Давайте. Последняя часть загадки. 28 минут. Оу. Ух. Ага. 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 Понял. Не понял. Но я как-то сделал. Кусок. Кусок открылся. Кусок открылся. Вот это красава. Теперь я смогу с помощью этого чекнуть. Кусочек, да-да-да. Тихо. Тоже нихера не дали, но здесь уже попроще будет. Юзни. Давайте сначала так посмотрим. Теперь с моноклем. А, ну 6, правильно. Типа... Да, это легко. Все. Так. Сказал я и забыл. Изи. Кусочек, квадратный кусок карты. 9 августа. Орден был прав все это время, как я мог быть настолько слеп. Я обнаружил...
послание в их скрипт Нокти. Заклинание, которое не хватает движению истории энергии. Что ж, у меня есть... Он есть. Этой ночью я проведу Астарота, я не знаю, что это. Вавилонинами императором князя обыкновенного и говорили способа раскрытия всех тайн. Однажды, правильно объединив все знаки, о нулевом элементе могут стать моими. Я с трудом сдерживаю себя. Еще так много всего предстоит подготовить. Так, стоять. Тут что-то было? Нет. Оп, тихо. Финал. Все? Что-то будет еще жесткое со звездами связано. А не, глава пройдена. Достойно успехи, но вы лишь не думаете, что это доказало свою исключительность. Окей. Это было быстро. Давайте тогда на этом закончим, потом всем спасибо. Мне кажется, здесь уже конец подходит. Хотите, можем попытаться. Плюс... Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.